Сегодня вы услышите самых замечательных лидеров Coral Club и вообще, думаю, сетевого маркетинга, потому что этих людей знает, ну, не только вся наша компания, этих людей знает, их знают и за пределами нашей компании. Абсолютно уверен, что их фамилии, по крайней мере, вот сейчас общаясь с лидерами, называя даже по отдельности, вот, их знают очень-очень хорошо. И результаты их такие же замечательные за 23 год. Ну и, собственно говоря, самый растущий у нас, и, в общем-то, это абсолютно заслуженно, потому что 11 новых мастеров за год, 2 серебряных. Я понимаю, что вы в шоке, не можете успокоиться, обсуждаете количество, вот вам бы такое, да, вот 6 новых дабл серебряных, да, за год. Кто хотел бы? Вот я чувствую, что ребята в шоке, да? 1 новый золотой и 7 бонусов привилегий. 32% роста, на треть выросли по товарообороту. Ребята, поздравляю. Офигеннейший результат. Вот. Хотелось бы. Да, всем ассалам алейкум, всем добрый вечер. Вот, поэтому здесь люди, да, там шалом с разных стран, с разных городов. И сразу скажу, я сегодня не последний выступаю. После меня, как всегда, будет вишенка на торте, поэтому не переходите, это очень важно. Но, естественно, я хочу поделиться, похвастаться как угодно своими, да, цифрами, что произошло у нас в команде, чтобы я сейчас вот так сделаю, секунду, чтобы я хотя бы какую-то часть людей видел. Итоги. За прошлый год наша команда Наталья Анатольевна Евсегнеевых. Вот, и да, только что Кирилл сказал, что мы вошли, я сам того не ожидал, что мы вошли в номер один по росту, да, в команде Алексея Луконина. Вот поэтому, ребятки, всеми вами горжусь. Вы это прекрасно знаете. Может быть, не так часто к вас хвалю, как вы хотели бы. Вот, но знаю, что вы можете гораздо больше. И мы сделаем с вами гораздо больше в следующем году. Наш прирост составил 32% за год. Мы перевалили сумму больше, чем 150 тысяч баллов за год прошедший. Вот, это только начало. Наша команда вошла в топ-10 по росту в компании Coral Club. Мы вошли в десятку самых растущих организаций во всей компании. И это тоже, я считаю, достаточно круто, но это еще не все. Почему? Потому что у нас в команде есть люди, которые вошли, как вы видите, вот я сделал скрин, в топ-4 в мире вошли по СОПу. То есть это, кто не понимает, это самые, где большие деньги, 6 поколений. Да, топ-2 это в Украине. И это человек, которого многие из вас знают, Сергей Костюченко. Сергей Костюченко, вот топ номер 2 в мире по компании Coral Club и топ номер 4 в мире и топ номер 2 в Украине, да, по СОПу. И это уже какой раз продлевается, поэтому, Сергей, аплодирую тебе всеми частями тела, поэтому ты красавчик. Ребят, это самые большие деньги, запомните, СОП – это там, где самые большие деньги. Вот. Вот только там они. Поэтому это самый крутой показатель, за которым нужно гнаться. Потому что, может быть, оборот 1 000 000 баллов, может быть, 2 миллиона баллов, может быть, 7 миллионов баллов. А чек будет вот такой. О, видите? Почему? Не видите? Да я поближе покажу. О. Почему? А потому что он просто ушел далеко, глубоко, и вы его не достаете. А вот этот СОП, за который награждает компания Coral Club, это самые, где большие деньги. Просто имейте это в виду. На будущее. Ну, это когда уже будут большие чеки, поймете. Итак, в нашей команде приросло новых 11 мастеров. Вот чуть-чуть бы, да, вот и было бы 12. Каждый месяц по одному. Это моя мечта была, ребята, не дадут соврать. Я хотел, чтобы у нас каждый месяц рождался один мастер. Вот практически мы уже идем вот по этой стезе. 11 новых мастеров. И, естественно, хочу о них сказать. Это Колко Татьяна, Ботлер Светлана, Галюк Елена, Боризоны Ольга, Прижбелова Ирина, Пронина Оксана, Шумилова Елена, Журавлева Ирина, Мюллер Лариса Маркус и Кран Наталья. Это у нас, чтобы вы понимали, Беларусь, это Германия, это Польша, это Италия, это Америка, это Россия, это Украина, это Швейцария, это Германия. Представляете, сколько стран? Это все новые мастера в разных странах. А раньше, как бы я говорил, что у меня бизнес там, там и там. Теперь я могу точно говорить, потому что уже есть люди-мастера. И самое, что классно, у нас есть уже люди, не украинцы, либо русские, которые переехали в эту страну, а уже есть люди истинные, там, допустим, чисто там немцы, допустим, да, там семья, допустим, Мюллер. Вот, это очень здорово. Также у нас появилось 2 новых серебряных мастера. Брикман Анна, мама 6 детей, и Жукова Антонина. Дальше поехали. Я буду быстренько, чтобы не задерживать. Да, даблы.
У нас с вами есть даблы, и, к сожалению, ребят, я не подвел итоги, что вот я лоханулся, сколько было автобонусов, не могу сказать, не подготовил я цифры, но надеюсь, что вам видно, да. Тарасевич Николай, Буевич Ольга, Сакович Марина, Ленга Карина Сергей, Щепилов Юрий, и не поверите, даже я умудрился стать даблом, вот так получилось. Сразу объясню, кто-то, может быть, скажет, как-то так, объясню. У нас три номера в семье, мы все строим бизнес в World Club. У нас нет других доходов, и мы хотим этим заниматься до конца этих, ну, своих дней, потому что это лучшее, что произошло вообще в нашей жизни. Это сетевой маркетинг. А поэтому у нас есть три номера. У меня дочка – это Изумруд. Моя супруга Наталья – она золотой мастер. Все правильно. Она награждается по высшему номеру в компании «Мужа и семью». А я – дабл на сегодняшний день. Почему это нужно? Потому что мы говорили про чеки. К сожалению, я чеки не подготовил, потому что не все собрал цифры, поэтому говорить не буду. Но я скажу про наш чек совместный. Это далеко за 20 тысяч долларов в месяц. В принципе, это, чтобы было понятно, это цифра, которая получает менее 5% людей на планете. Менее 5% людей на планете. Кто не знает, на планете сегодня проживает 8 миллиардов 140 тысяч человек. Менее 5% людей получает сумму 20 тысяч и выше. И это возможно в Coral Club, и каждый из вас этого добьется, если будете делать то, что мы вам будем говорить и слушать своих наставников. Ну и, конечно, новый золотой мастер Сергей Костюченко, поэтому он и прирос. Человек, который работает на удаленке, человек, который рекрутирует на удаленке, человек, который сейчас уехал в регионы, в Казахстане живет и работает в так называемый кор, кто не знает, это командная работа в регионах, да, он там, вот я там хочу сделать мастера, и вот уехал, снял квартиру, и там с нуля строит. То, что, в принципе, мы с ним делали в самом начале пути, когда мы с ним познакомились, в офлайне мы с ним работали, выезжали, то есть. И теперь немножечко истории, да, расскажу вам про Ренату, вы можете фотографировать, да, Рената пришла вот в апреле 23 года. И тот самый случай удивительный, я вам эту вещь хочу продать, может быть, не все это знают. Когда вы станете изумрудами, компания Coral Club вам будет подписывать сама людей, по распределению так называется. Это когда человек зарегался сам на сайте компании, и он смотрит в этом регионе, вы проживаете, раз, и вам подписывают его. Вот все мои, которых мне компания давала, вот они умерли смертью храбрых, так и не родились, понимаете, мне так не получилось. А вот тут, оба-на, понимаете, здесь все срослось, здесь все хорошо. А Рената пошла в бизнес. Я уверен точно, что в этом году она станет М20. В июне она в мае стала директором со Страбонусом, сразу пришла. В июне уже вырос оборот 3 раза у нее. Да? Сейчас они с девчонками работают на событии в Риге, которое будет. И мы с ними там, я надеюсь, что увидимся. У Ренаты есть большой, кстати, сетевой опыт. Миллер Дмитрий, это уже мы улетаем с вами в Германию, это была Прибалтика. Как вы поняли, да, это уже структура Бойтлер, это уже такой предприниматель, который всегда зарабатывал хорошие деньги. Цель тоже амбициозная, хочет минимум 15-20 тысяч евро. Мы с ним только что встречались в Германии, купил себе роскошный Мерседес. Дима, тебе еще раз поздравляю с этим. Цель 15 тысяч евро, я уверен, что в этом году мы с тобой это сделаем. Пришел, как видите, в мае директором и уже в июле подтвердил ИД. То есть большой скачок. Есть люди, которые долго раскачиваются, потом быстро растут. А есть люди, которые сразу стартуют, потом тормозят. Поэтому неважно сейчас, где вы. Важно понимать, что здесь куча историй. И заметьте, истории разные. Кто-то пришел в онлайн, кто-то в офлайн, кто-то по распределению. Разные. Это я сейчас говорю к тому, что все методы хороши. Кайзер Алекс. Кайзер. Король. Это король контактов. У меня есть такой Николай Тарасевич. Теперь у нас есть такой второй человек. Кайзер Алекс, который... Я просто в восторге от того, как он работает. Я только что вернулся с Германии, мы там делали события. Ребята впервые за короткий промежуток времени собрали, если не ошибаюсь, 179 человек. Да, вот мои ребята, команда собрали, да, вот Мюллер и Алис Кайзер, и Сергей, и Карина Лемки собрали сами, втроем. Так вот, Алекс лично продал и пригласил 50 человек на это событие. 50. Поэтому, когда будете в Турции, подойдите к нему и узнайте этот секрет, как он это делает. Это реально очень крутой рекрутер. Вот он это прям, я смотрю на него и вспоминаю себя. Он реально прям подписывает все, что движется. И в начале пути это нормально. Это прям шикарно. Учитесь этому. Когда вы научитесь подписывать все, что движется, вы потом поймете, что это ни к чему не приводит, но это опыт. Потом поймете, что нужно подписывать с товарооборотом. Потом поймете, что это ни к чему не ведет, что нужно, чтобы были постоянные клиенты. Потом поймете, что это ни к чему не ведет, потому что нужны дистрибьюторы. Потом поймете, что дистрибьюторы тоже ничего не ведут. Нужны директора. Потом директора появятся, которые то потухнут, то погаснут. Потом поймете, что вам и эти не нужны, вам нужны лидеры. Потом поймете, что не просто лидеры, а лидеры самостоятельные. Это все этапы роста, все это придется вам пройти.
У Саши, чем он гордится, я прямо услышал, я в шоке был. 8 детей, внимание, от одной жены. От одной жены. Это не что-либо вам как, да? А что-либо что? Это... Поэтому, когда вам будет вдруг плохо, говорите, вам дети мешают, вы кайзеру подойдете и скажете, Саша, как ты умудряешься строить бизнес с 8 детьми? Вот пускай он вам расскажет. Но это ничего. В Германии мне познакомился с человеком, у которого от одной жены 14 детей. Он пришел строить бизнес. 14 детей. Узбеки... Так что вам есть на кого равняться, дорогие мои. Я-то думал, что у вас там большие семьи. Но когда я приехал в Германию, я понял, что у меня, ох, коллектив, можно звездного мастера делать, просто подписать всех и мастерами выращивать. И вы понимаете, и вот тебе звездный мастер в семью. Так что, девочки, это, кто еще хочет и может рожать детей, и можно строиться, есть куда расти. Итак, Саша услышал про события. Не думая, покупает билет, улетает в Риме. Сразу же. Прилетает, это апрель был. И уже в июне, посчитайте, сколько месяцев прошло, он уже закрывает бриллианты. Он не пропускает ни одно событие. В этом его фишка. Он постоянно общается с наставниками, он быстро учится, и поэтому такой рост. Я уверен, что уже в этом году, как мы и планировали, у него будет чек минимум десятка. У него задел на золотого мастера есть, и мы с ним это сделаем. С такой работоспособностью невозможно этого не сделать. Это прям мастер офлайн. Это его сильная сторона. Дальше поехали. Валентина, да, Курандин, это у нас опять Германия, мы улетели, наставник у нас Елена Дик. 1 сентября зашла, на программу 90 дней, покушала продукт, стала рассказывать, и вдруг, как у нас обычно бывает, ой, и получилось 13 директоров. Такое возможно только в Coral Club. Ни в одной сетевой компании так невозможно. Просто наговорить на результат, вот как сейчас Кирилл говорит, вышли, собрались, мастером стало. Так и здесь, просто поговорила про результаты, не сетевик, не бизнес-леди, 13 директоров, причем быстро. Друзья мои, это реально круто. Она просто делится своими результатами. Все. Итак, это наставник Елена, да, это уже тоже получается открытый у нас мастер. Елена пришла на здоровье, как вот здесь написано, но самое главное, чтобы она меня потрясла, мы в декабре объявили месяц рекрутинга. И у нас были 16 человек, которые подписали от 10 человек и более. Она подписала 20 плюс человек в первую линию, с товарооборотом в декабре, когда многие пили шампанское и ели оливье, 5800 баллов в декабре, одна. И когда вам будут говорить, что это невозможно, это возможно. Это человек не сетевик, не какая-то бизнес-гуру, леди. Нет, вот вам. Поставила цель и сделала. То есть каждый из вас может спокойно в декабре месяце, когда все праздники, делать оборот сама 5000 баллов, не считая уже команды. И это просто... Можно просто поаплодировать и сказать, ну, Елена, вы просто красотка. Вот, поэтому рекомендую раз хотя бы в полгода, раз в год делать такие масштабные мероприятия, объявлять какие-то рекрутинговые такие вещи, какие-то подарки сделать, чтобы людям показывать, что это возможно. Елена Шумила, это человек уже самодостаточный, с большим опытом. Она у нас онлайн-тренер, уже стала уставать. Поехала в Испанию, узнала о Coral Club, получила быстрый результат. И вы видите, первые 12 дней 1227 баллов, на следующий месяц уже 6500, в первой линии 6 директоров сразу появилось, в августе уже 15800, в сентябре 18250 и пошел рост. У нее был социальный капитал, как мы называем, у нее было имя. С таким именем, если у кого-то из вас есть имя, есть, понимаете, то за вами люди будут пойти. Я никогда не забуду, детей тут нету, надеюсь, когда мы работали в Киеве, и со мной был такой мужик, работал, Вася из Мариуполя, ну, кто-то знает его, и вот он работал, мы походным контактом, и он приходит такой, а он не сетевик, он такой бизнесмен, предприниматель. Ты знаешь, Анатолий, я понял одну интересную вещь. Если человек это мудак, у него все окружение тоже мудаки. Я говорю, а как ты это заметил? Он говорит, ну смотри, вот приходит человек, я его подписываю, и говорит, начинаем работать, а ему никто не верит, никто не приходит. Это как нужно, говорит, было испортить свое имя, чтобы вот так быть? Это я прям подумал, он таки прав, ребят. Если вы засранец по жизни, и вдруг вы предлагаете, занято не идет, надо подумать не о том, что Куроклаб плохой, а о том, может быть, что вы засранец. И, может быть, тогда надо переключаться и уходить с теплого рынка на холодный, идти в шорсы и в рилсы. Там вас никто не знает, там можно сделать новое имя, есть хорошая новость. И в ближайший год-два будут у нас с вами работать рилсы и шорсы. Кто не знает, это одноминутное короткое видео. Сейчас именно эта тема взлетает, в ближайший год-два будет взлетать. Дальше что поменяется?
Поэтому осваивайте, пожалуйста, новые методы работы. Ваши наставники знают. Мы улетаем с вами в Италию. Ольга Боризоне. Я тоже летал специально в Италию, чтобы ее поздравить, потому что я пообещал ей, что если ты сделаешь мастера, я лично приеду и прикреплю тебе значок мастера. Вот, мужик сказал, мужик сделал, я полетел. Естественно, мы ее поздравили в Италии. Хорошо, прекрасно, времени отдохнули. Вот. А Ольга, у них бизнес есть свой. Тут, в принципе, все написано, историю можно сфотографировать. Кстати, я вам рекомендую фотографировать. Специально старался целый день вчера делать слайды для того, чтобы вы потом могли ими работать, показывать. Истории, ребята, это самый крутой инструмент. Истории по здоровью, истории по бизнесу. Больше ничего не нужно. Только вот этому научитесь работать. Вот этот фотоальбом себе сделайте, и будет вам счастье. Вот. Но подписалась девушка, да, Тереза, которая итальянка. И она понимает, что деваться некуда. Мы итальянский никто не знаем, и она начинает включаться в процесс. Получилось процесс, в июле, видите, ИД, в ноябре уже подтверждает мастер. Как очень важно найти мотивацию под собой, просто когда человек приходит. А сейчас мы летаем с вами в Германию. В прекрасной семье, Мюллер, Лариса и Маркус, мы тоже с ними вчера общались, потому что Маркус, он чистый немец, поэтому мы сейчас приняли решение с ними регулярно общаться, с переводчиком на немецком языке раз в неделю, чтобы я мог поднимать его на свой уровень понимания бизнеса. Вот цель у них десяточка, у него свой большой бизнес, хороший, у него золотые руки, и они тоже, ребята, очень быстро развивались. Сейчас мы уже строим с ними большие планы, как захватить Германию, чтобы вот тот край, север, где они живут у моря, чтобы они там стали топ номер один. Это вопрос только времени, и мы это сделаем. По цифрам давайте смотреть. В январе, да, с наставником Карина Лемки, Сергей, общая команда, это событие, я про это уже рассказывал. В январе они рассмотрели уже Coral Club, это было вот, да, и уже в мае они закрыли ранг мастера. Это считайте сами, сколько это. Получается, январь, февраль, март, апрель, май, 5 месяцев. За 5 месяцев мастер. Это люди, которые никогда не занимались сетевым маркетингом. Улетаем опять в Германию. Наталья Кран. Тоже история. Тут она, давай я тут дописал. За один год она из ИД скаканула в мастер. То есть она пришла в 22-м году, в октябре. Кушала продукт, получала результаты, да, вот, делилась результатами своими. Как видите, она профессионал, массажистка. И вот за последний буквально месяц с ИД до мастера она перешла. Ботлер Светлана, тоже Германия, это уже структура Карины Лемки. Здесь вы видите, уже, это уже списки. Пользовалась услугами туристического оператора в начале Светланы, пришла на продукт. То есть это в списке знакомых. Это тоже методика рабочая, как вы видите. Да? Вот. И Светлана, у нее 6 детей. Цель у нас очень простая – переехать в Испанию. Она хочет поближе к теплу, естественно, мы тоже с ней это сделаем. Для этого ей нужно 20 тысяч евро, у нее уже есть 5, вот, она хочет 20. Она тоже быстро стартанула. Если брать по цифрам, получается, в январе открытый ИД, и уже в июне закрытый ранг мастера. Вот, вот сколько там месяцев, опять посчитайте сами. Достаточно быстрый рост. Историй, ребят, очень много. И, наверное, самое главное, на чем я хочу закончить, это на этой прекрасной фотографии. Это, кто не знает, отель Rixos. Это то, где мы с вами встречаемся буквально вот-вот уже очень скоро. Туда попадают те люди, которые в январе откроют либо закроют золотого директора. Компания сделала такую поблажку, впервые такого уже не было много лет. Даже тот человек из вас, кто откроет квалификацию золотой директор, даже откроет, попадает на тренинги. Попадает на тренинги, окей. Поэтому вы каждый сейчас можете посидеть, подумать, как сделать так, чтобы поехать вместе с нами. Там будет сотни людей, которые будут делиться, ну, своими наработками. Я вам скажу как бы свое видение этого, почему я езжу на все события. Казалось бы, да, ну, чему мне уже научиться? Я могу сам ЗД все сам провести. От А до Я. Все. Сам все эти 5-4 дня выступать, и есть что сказать, есть чем поделиться. Почему езжу? Потому что очень часто мы в своем кругу находимся, и нам надо расшириться. Нам нужно увидеть другие истории, другое видение. И это можно сделать там, где собираются самые крутые люди. Это самое крутое событие. Объясню почему. Смотрите, первое, это событие платное. Оно стоит где-то, ну, в районе 1500 долларов. Ну, чуть меньше, 1200, может быть. Так, 1300, давайте округлим, долларов. Сами посчитайте там, да? Первое. Это второе. Нужно сделать золотого директора. Третье. Нужно договориться с семьей, чтобы тебя на неделю отпустили. Понимаете? То есть сколько факторов, которые не пускают. Туда приезжают самые лучшие, лучшие из лучших, которые себе договорились, деньги выделили, квалификацию сделали, и они туда еще и прилетят благополучно.
Поэтому там собираются избранные. И говорят, написано в Библии, да, по вере вашей да будет вам. А где эту веру? На чем она стоит, фундамент веры? Не поверите. На историях. История по результату по бизнесу, по здоровью. Когда вы видите руководство компании, говорит, рыба гниет с головы. А где вы можете видеть руководство? На ЗДЗ. Просто поговорив, просто увидев, у вас все внутри потихоньку начинает утрамбовываться. Потом можно строить большой небоскреб. Но именно ЗДЗ укрепляет вашу веру в то, что у вас все получится. Поэтому вам надо сделать все по максимуму, не только вам, а если вы человек амбициозный со своими людьми. Если вы туда приезжаете с 5 золотыми директорами, вы мастер. Так, кто не знает. А если у вас 10 золотых директоров, то есть вы помогли каждому по одному провести, потому что золотой директор – это 2000 баллов. Это 20 тысяч баллов. Вы мастер 20 тысяч баллов. Через 6 месяцев к вам еще прилетает 32 тысячи УЕ. И те, кто в январе открывает мастера, открываем секрет, в следующем году мы с вами вместе едем отдыхать. Сейчас вот опять скоро буквально мы улетаем отдыхать в Индию. В шикарнейшие места. В роскошные отели. У меня были прописаны цели, планы, мечты, и они сбываются. Вот, удивительно. Все, что я прописывал, да, оно все сбывается. Я увижу наконец-то своими глазами Тадж-Махал. Я никогда не видел. Я про него много слышал, а компания организовывает. И уверяю вас, если вы поедете в тот же отель со своей семьей, купите тот же Тадж-Махал, те же путевки, вы никогда в жизни не получите того удовольствия, которое может организовать компания Coral Club. Никогда в жизни. Потому что они, во-первых, все делают за вас. Вы вообще не думаете, у вас голова не болит. Вас встречают, провожают, кормят, поят, все покупают, возят. Вот вообще голова не болит ни о чем. Понимаете? И то, как они это делают. Это самое главное, вот высший пилотаж. Я вам всем рекомендую, опять-таки, в этом месяце открыть мастера. Ну, кто амбициозный, кто хочет. Это тоже возможно. Это не вопрос, там долго, недолго, это вопрос принятого решения. Когда человек принимает решение внутри, все звезды помогают ему. Я на этом заканчиваю. Спасибо еще раз за внимание. Надеюсь, что был вам полезен. Осваивайтесь в интернете, ребят. Сейчас очень важно осваивать новые методы работы. Вы, не то, что должны. Хотя бы сказал, что должны. Я обращаюсь к тем, кто хочет. Да, вам надо сделать так, чтобы вас стали люди искать. Чтобы вам люди сами писали. Я могу похвастаться, я за последние, 27 число, подписал 16 человек первую линию с закупками. Я просто так шкурки не подписываю. 16 человек первую линию с закупками. Почему? Я поставил себе цель подписать 150 человек первую линию, потому что я знаю, что из 150 человек будет 3 мастерских ноги. Для чего? Чтобы стать платиновым мастером, жены номер сделать. Все, секрет простой. И это я делаю только за вот этим, то, что говорила Анжелика, с помощью материалов. Это рилсы и шорсы. Одно минутное видео. Осваивайте, пожалуйста, это. Это сейчас тренд. Это работает. Если у вас есть списки, можно работать по ним. Но если вдруг они закончились, не надо сидеть на месте и ждать маны небесной. Она не придет. Надо идти и забирать.